Здравствуйте, пожалуйста. Симоненко Андрей, вратарь Вулверхэмптон. Пару слов о сегодняшней игре. Хорошая игра. Выходили расслаблены, прошлую продули 6-3, поэтому сейчас играли спокойно для себя, для души. Где-то что-то получилось, где-то нет. Мы играли без замен, поэтому физически немножко подустали. А соперники что можете сказать? Хорошая команда, тоже видно, играла сегодня в свое удовольствие. Молодцы, пас, все. Я думаю, что это один из претендентов на победу в Кубке Интертот. Спасибо большое.